Самое главное требование, просьба. Вот, озвучите, именно, пожалуйста, требование. Трансформация. Да. Ага. А где мы именно у вас земля? На Баловка. А чем они объясняют такое затягивание этого вопроса? Затягивание объясняют тем, что вроде пообещают, и не знаю, что за загвоздки, даже сама не могу понять. Мы недавно были на приеме ему налево, сказали, подождите. Даже в аппарате президента мы были. Сколько? Сказали, вроде нормально все будет. Писали вам, сколько ответов есть. Какого года у вас? У нас 2005 года, нас вообще протоптали, отобрали, потом половину взяли, кое-как, и думаем, как и все, чтобы опять захватывали, делали вот у нас. Большая часть у нас национальность русская, 4 кибиза. И вот мы так ходим. Уже вот в мае, 5 мая, 13 лет, как мы двигаем. Потому что тут революция, перемена власти, вот это все видимо, помешало. Куда вы обращались? Везде, все ответы есть. Сколько есть организаций? Все. Мы были во всех. И что вам конкретно? От таких до таких. Будет, подождите, пока ничего не взрывает. Сейчас вот сегодня дожди уже. Все говорят, у вас все правильно, у вас документы все правильные, никому взятки не давайте, все у вас хорошо, подождите. Вот ждем столько уже много лет. 13 лет. 13 лет, это очень много. 5 мая исполнилось. То один меняется, то другой меняется. Когда захват начался, в Бакинске, в это время мы пострадали. А там еще был вопрос насчет списков, да, уже сформированы были списки земель, которые уже трансформируют вне очереди, да, до 2020 года. Так, вы вошли в этот список или нет? Не знаем. Вам озвучили этот список? Нет, ничего абсолютно мы не знаем. Никакого ответа пока. Уже сегодня был? Нет, в прошлом году. В трех чтениях это списки были потом утверждены. Потом президентом Атамаевым не было подписано. Летом. Что депутата подписали? Вот тут мы депутаты приходили. Вернул досмотреть списки еще до сих пор. Вот все это тянется. А мы собрались, есть конституция. Шестой пункт, это основной закон. Что каждый гражданин имеет в жизни получить один бесплатный участок.